Ставь лайк, да и обязательно подписывайся на канал, чтобы красная кнопочка стала серой. В комментариях скажи всем привет, лайк и попадайте в следующее видео. Ну а это впереди прошлого видео. Поздравляю вас. Короче говоря, моя мама звезда. Мама сидела на кухне и отдыхала. Все дела делала, правую сложила, вымытила, посуду помыла. Какая гладь. И тут она услышала, как Настя с кем-то разговаривает. Мама побежала к двери и прислонила стакан. Мама побежала на кухню, взяла тряпку и ворвалась в комнату. Мама, ты чего открываешься? Я пыль посеять. Мама протирает пыль и поглядывает на меня. Я положила телефон и вышла из комнаты. Мама, оглядываясь осторожно, побежала к телефону. Стала нажимать на разные кнопки. Все запаролено. Я зашла в комнату. Я что-то не поняла, а что, стал тоже что ли пыль? Конечно. Мама вышла из комнаты. Раздался звонок по телефону. Мама начала подслушивать. Алло, Настя, привет. Пошли гуляем. Да, хорошо. Я скоро выйду. Мама на цыпочках убежала от двери. Мам, я сейчас иду ненадолго. Мы маленько снимаем с другом, я приду. Мама задумалась, а я ушла. Это что ты сейчас сказала? Майка, собак что ли? Не хватало бы еще, чтобы она была собаком притащила. Майка, слышишь? Мама посмотрела на кошку. Я тебя где-то слышала? Ну, вот и я тоже. Я встретилась на улице с Юрой, и мы с ними сняли пару клипов в лайк. Мы пришли с Юрой домой. Какой ты высокий. А ты меня ветром случайно не задел? Мама тоже заливала недавно был. Мама странно начала ходить кругами и всматриваться. Мама, что случилось? Настя, расскажи мне честно. Ты случайно собаку лайку не купила? Что? Нет. Кстати, ну знакомься, это не правда. Ну-ка, здрасте. Мы с ним Майей познакомились. Мама занервничала. Мы прошли в комнату. Чего, а? Что за вариант такая? Ладно, что ты все тут там? Ну, то есть ты меня. Будем действовать постоянно. Эй, Лиза! Что такое лайк? Приложение для создания интересных видеороликов. За счет своей ограниченности и удобства оно быстро набрало известность сначала в странах Азии, а затем в Европе и Америке. Вау, круто! Ну не я себе, я так отстала от жизни. Мы с Юрой стали редактировать и выкладывать свои видосики. Закончились. Здесь можно использовать различные маски, а также эффекты. Вау. Ребята, вы зарегистрированы в лайке? Обязательно регистрируйтесь. Ссылочка пойдет в описании. И не забывайте подписываться на меня. Будем снимать вместе. Мама зарегистрировалась в приложении и тоже стала снимать. На следующий день я пришла со школы. Мама снимала видео. Слушай, мама, что у нас с тобой кушать есть? А я глаза. В смысле? Ты уже видели, что я клипы в лайке снимаю? Я разозлилась и пошла к себе в комнату. Привет, Филипп. Что делать, если очень сильно хочется кушать? Сейчас я пойду. Что ты не споешь, дура? Мама, целую ночь снимает видео. В лайк. Звучит вкусно. И что ты не знаешь, я на совету нормально дать не может. Я вздохнула и пошла в магазин. Через полчаса я приготовила себе обед и стала кушать. Пошла мама. Настя, а у тебя было лишь ничего, нет? Нет. Откуда? Все пусто. Серега, слышу еще. А что это? Мама сказала, что проголодалась и решила сделать перерыв. Присоединившись ко мне, она пообедала. Ну ладно, спасибо. Я, короче, побежала. Спустя 2 месяца я пришла со школы. Мама, мне на тебя ручники. Уже все уши прожужжали. Ну, конечно. Я помню про личность, так сказать. Мама сказала, что у нее сходка лайкеров завтра, и ей надо готовиться. Мама, могу слушать, ты есть вообще? Надо ее припосом приходить. И куча всего приготовила, все хорошо. Я спросила, кто это, и мама сказала, что это наша домработница. Она ее наняла, чтобы не отвлекаться от съемок, и что помимо популярности она еще неплохо стала зарабатывать. Да, уж судя по домработнице, все понятно. Короче говоря, моя мама звезда. Ну и ради... Ну а я надеюсь, что вам понравился этот видосик, и вы обязательно оцените его лайком и подпиской на мой канал. В этом видосике принимал участие. Ну, там внизу. До встречи в соцсетях, друзья. Пока.